Итак, сегодня, как обычно, каждый из вас может проставиться. Проставляется сегодня ваш друг, соратник, боевой товарищ Мазанов Айдар. Вот, я тебе в свою очередь сразу хочу сказать, несколько, 80 лет Да. 80 сегодня? Да. Прям молодец. Значит, в первую очередь я тебе хочу пожелать, чтобы ты меньше всего этого ел. Понял, да? Раз. Во-вторых, чтобы мы убрали слезы и перешли все день основной. Мало, кстати, скорее всего, ну, в течение месяца-двух, если он некоторые вещи в себе поменяет, я его перевожу сразу в 7-9 основной. А поменяет он что? У него большой плюс пока только за счет того, что он физуха. И вроде есть, ну, вот эти слезы, лентяйство, все вот в этом духе. Понятно? Необычное пожелайте. Как говорится, пожелайте человеку то, что вы сами хотите себе пожелать. Вот это хорошие слова. Давай, поехали. Тихо. Давай, громче. Желаю тебе, чтобы ты хорошо в школе учился, и... Все. Ну и все, баран, поехал, давай. Айдар, я тебе желаю, чтобы ты хорошо работал на работе, когда вырастешь, и учился на одни пятерки с. У тебя папа плохо, видимо, работает, раз ты желаешь такого? Нет, хорошо. Отлично. Давай, Якимов. Давай, творческий человек. Давай. Тихо. Ну, что пожелаешь, Айдар? День рождения тебя желаю, чтобы ты был всегда мудрый, вот такой сильный, и чтобы ты молодец, и чтобы ты всегда был крутой. Крутой, вообще красава. Давай, что пожелаешь? А ты лезгинку умеешь танцевать? Да. Молодец. А ты умеешь? Да. Посмотрим. Сделаю, нам обязательно сделаем. Молодец. Давай. Желаю тебе, чтобы ты хорошо занимался в гирополке, был сильным, ничего не боялся. И не боялся. Отлично, давай. Не боялся. Желаю, чтобы у тебя все получалось в гирополке. Тебя поскорее добра, счастья и Святого Духа. Святого Духа? Да.